ребят, всем привет. Приехали на очередную рыбалку. Приехали на очередную рыбалку. Опять той же самой компании. Вот Леха. Там Юрий Павлович. Вдалеке. Машина опять немерена. Хотя погода говно, но люди все равно едут за рыбой. Или, может быть, испытать острых ощущений, я не знаю. Буксовать. Да, да, да. Мы тут уже успели застрять, вытолкали нас хорошие люди, так что вот так вот. Ну. Будем смотреть, что получится дальше. А вот и покемоны. Телепузики пришли. А это уберите. А то слишком страшно становится. Блин, ну посвети тогда. Тут убрать-то просто невозможно. Тут надо... Антидепрессанты. Так, Леха, ты можешь открутить? Опа-на. Главное, что у нас сверху лежит. Баки, блядь. Сторонник, баков. Телепузики пришли. Тут мы поймали на Волхове космонавта. Космонавта приземлился, блядь. Поехали. На рыбалку Вася, я и Дима. Первый раз, когда. Диму знаешь, нет, не знаю. Знаю, сам Дима. Зимой ездили на рыбалку. Парень, строитель. Да. Вот это самое. Кто ж не знает Диму? Ну мы с Васей законные рыбацкие знаем. Ну, на поляну накрыли, что с тобой. И вдруг Дима рыбные консервы достает. Вася, ну ты... Ой, мать, ты чё? Рыбалка нас захотела испортить. Дима ж рот открыл. Не ожидал такого. Может, ты куда приехал? На рыбалку консервы привез. Быстро убирай нафиг. Шпа, он шмот. Шпротик. Чё, как нахуй, шпротов достал. На закусь нахуй. Не, история на рыбалке столько было. Ребята, в общем, пошел второй день. Точнее, началось утро. Как-то в ночах разбивали лагерь под дождем. Шел здоровенный ливень, блин, просто мощный такой ливень шел. Ну, вот, все промокли до нитки. Я сменил два дождевика.
все просто вымокло, хорошо была одежда запасная. Ну вот разбили лагерь, так более-менее. В общем, ну вот как-то вот так вот, так с горем пополам натянули тент. Вот здесь две палатки, мы вот так вот расположились. Вот одна палатка, здесь вещи в ней. В этой палатке, вот во второй палатке, здесь вот там Леха спит. Ну, сейчас на данный момент погода хорошая, главное, чтобы не было дождя. Ну, то, что если будет дождь, это будет, конечно, жопа. Ну, вот, и вот здесь вот, где-то вот там вот, вдалеке, у нас спит Юрий Павлович. Вон там его палаточка, все видно. Сейчас я поближе подойду. А, я тебя и понял. Все понятно, в общем. Место у меня тут живописное, конечно. Ну, в общем, вот так. Не знаю, что к чему приведет рыбалка. Рыба вроде гуляет сейчас, прыгает. Да я думаю, будет все нормально. Ну, пока-то. Так, ребят. Вот уже все проснулись. Как бы это у нас палатка для вещей. О, тут Леха тут делает заготовки дров. Вот такие вот. Заготавливаем. Да, заготавливаемся, готовимся к ночи. В этот раз готовимся с утра. Да. А это результат вчерашней ночи. Вот такая фигня. Сейчас будем сушиться. В целом погодка хорошая, тишина, тишь да гладь, как говорится, да Божья благодать. Вон там фидер один стоит. Один я вытащил. Некогда ловить. Потому что приходится тут дрова таскать, то, блин, костер жечь. То веревки натягивать, то белье сушить. В общем, вот такая рыбалка у нас сегодня активная. Ну а Палыч там у нас ловит окуней. Сейчас посмотрим. Так, тут мои удочки валяются. Дорог мой. Ну чё, как там результаты? Подергивает? Да, да, да. А у тебя есть резинка? В городе. Резинку надо было взять. Покажи улов-то. О, ну нормально. А кушки, да, одни? Плотвица, кушки, да. Ну вот это вот они и гоняют, они голодные сейчас. Да. Они и гоняют рыбу. Та-ра-ра-ра. Так. Юрий Павлович тут уже тащит какого-то крокодила. Только я отошел. А у нее тут понеслось. Ну видишь, окунь это на глубине не стоит он это. Я тут на глубину кидаю. Ну и что там? О, ну. Блин, надо. Да, надо что-то рыбалку продолжать. А у тебя какая-то это наживка интересная, это что такое? А? Это чтобы это утяжелить снасть, да? Ну да. Ясно. Ну. Нормально, что? Можно окуней, да. На завялку хорошо, на копчушку, да. Уже интересно, блин. Да, тут можно этот вертушечку покидать. Маленькую. Ну, вот такая вот рыбалочка. Так, ребят. Поймали какую-то рыбку. Такую солидную. Немножко опоздал.
сейчас. Ну что, нормально все? Да. Удачно? Тут был фиатр целый, она оборвала крючок и осталась на месте. Ну я выловил. Да ладно. Да, ёпта. Так она, короче, получается на живца, да, что-то саданула? Она оборвала, и это, я думал, я ее взял, она наполовину. Слушай, ну, это, ну, уху можно сварить. Она наполовину за это. А ты борщ, борщ. Не так, я начал поднимать, это мелко, блядь. И она потом так пошла, я ее, блядь, поймал уже так, нахуй. Точком. Блин, жалко я это самое, ну, не успел. Да, да, я ни камеру не мог найти, блин. Ну, ладно. Да. Самое главное это, я думал, Павел сейчас меня пинать будет. Ногами. Жёстко. Лёха, я один раз, у меня это самое соскочило, щука соскочила с этого жерлица, блин. Так я руками, ладно, короче, подожди, прыгнул и поймал ее руками. Ты не уходи, сейчас я щёки проверю. Ничего такое, кило надо включим. Полторашка, блядь. Ну у меня, кстати, весы есть, можно взвесить. Не, я вижу, что он такой, кило 300 может. Полторашка где-то. Так что надо это самое, как его, закидушки делать. Блин, может это... Дождь перестал, может сейчас клевать будет. Может жерлицы выставить, а, Лёх? Ну что, да, не, ну ты, шла. Ну может шла, видишь, эти все... Была щука, не было, блядь. Чё это? Ветка, ну... Конечно, они все съели. Ну, так я... Не, ни хера, я крючок оборвала, блядь. Да ты чё? Так, а ты сделал на живца закидушки, что ли? Какие живцы? Просто, короче, поймалась малек, да, и малёк, это самое. Малька, слышь, Лёх, может быть эти поставить, жерлицы, а? А это... Слушай, у меня есть это самое, поводки хорошие и это... Крючки, может быть. Не, малек. О, живец. Закидываю его обратно. Да. Короче, надо закидушки делать, Лех. Во сколько темнеет? 7? Надо сейчас да, это. Все. Да, Павлович, вот. О, какой крупняк тут. Нормальный еще. Ай, блин. Все, пошли. А что это у тебя? Почему оно у тебя? Что это? Почему? Я дно приоткрыл случайно ножом. Слушай, так может это поставить жерлица, а? У тебя живца-то там нормально. Набито. Мелкого взять. Как ты думаешь, поставить? Конечно. Так вон в этот можно его, в мою. Она у меня здоровая, блин. Да, там поместится. Ну вот, ребят, короче, вот такое вот дело. В общем, я так понимаю, надо ставить жерлицы. Вот, а у нас здесь вот так вот, мы тут сделали такой шатер. Я что-то потерял камеру, не мог найти, блин. Ау! Ты один не сможешь? А что она соскочит-то? Сейчас, подожди. За жабры бери ее, сейчас я этот вытащу. Опа, дочек-то. Ну нормально, слушай, ну можно ухички заварганить. Кстати, вот этой щуки хватит, блин. На кастрюльку, да? Как ты думаешь? Пока это, значит, пока первого поели. Ну сейчас туда. Давай, у нас тут тоже не густо. Кидай. У меня дно не открывается, просто так не ссы. Сейчас очухается, блядь. Короче, вся рыба на этом самом, на мелкоте, блин, стоит. Я, честно говоря, думал, Павлович этот и все поймал. Yeah.
говорю, что, блядь, не можно. Посмотри, чтоб не зажало пилу. По идее, должна туда падать. Вот туда должна быть. Все, пошла. Оба. Блять, еще дальше. Сука. Не зажало. Не успел я. Ну ч. Ребят, привет. Еще раз. Пошел уже третий день, как мы тут находимся. Сегодня первый день, который без дождя и более-менее солнышко светит, как бы. Вон тут пытаемся что-то сделать, даже там рубит дрова, костер разводит. Вот, а я сейчас хочу чайку закипятить. Вот так вот все. Сейчас поеду, наверное, на троллинг, да, на спину покидаю что-нибудь поделаю. В общем. Лёх, поставил, короче, там. Может и хватит. А? Да, может и хватит. Так, надо это сначала перезакинуть. Там гудит где-то, гудит, не может никак доехать до отсюда, блин. Эх, ма. Горе от ума. Утренний лёг, мы сказали, будет. Но... У меня, по-моему, вообще поклевок нет. Так, разгуляется. Рыба наснёт. На берег оборудовать. Что там одна глина, все сползает. Тебя бы на ту сторону с этого, с поплавком отправить. Так у меня переломаны все удочки, но не получается. Там это самое, там рыба вся там стоит, он... Сняли там окунь, этот самый, как его, Лёх, как он называется, голавль, плотва, подлещик, вся там рыба стоит. Видишь, если бы это, как тебе объяснить, чтобы не уезжать, можно было там вязать эти снасти, все. Ну да. Пару часов, порыбать. Ну да, согласен. Так, ну что, далеко не будем, да? Мы сейчас где-нибудь поближе сюда захерачим и посмотрим, что будет. Я тебе закину, Лёха, сам пошурую, короче. Ты не забудь, что чайник там стоит. А то потом поздновато будет. Да, вот так вот нормально. Я уже и хочу закинуть недалеко, у меня все равно далеко получается. Так, один поближе, второй подальше тебя закину, блин, и будешь тогда. А как ты делаешь? Ты в банку наливаешь бензин, да?
в эту. Да, и ставлю, он как бы это. Ну все, он видишь, разгорел, пошел. Блин, красавчик, что ты сразу так не сделал? Я не знал, что так можно. Единственный косяк, блин, что это солнце в глаза светит, вообще ни хрена не видно. Лёха, 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 Лёха. Вытащи ту пока. Ну я просто её вытащу. Просто выматывай ее. О! Оба! Оба! Лех! Только... Да. Только забросил, блин. Так рано с вчерашнего дня стоял, я там ничего не одевал. Ну, как бы, с утра. Там надо это, поводки, наверное, поменять. Они перепутались, ты видел? Нормально все? Ну вот оно. Вначале, это не поводок, это. Это поводок. Вот он здесь завязался на узел. Это я вчера уже в темноте там ковырялся. Блин, а как она так пустилась-то, ё-моё? Щука живая. Так, значит, далеко не надо забрасывать просто и все. Ну, я поближе, да, далеко не стал. Блять, надо этот фиксатор сделать. И все будет нормульно. Так что, Лех, я тебе оставлю эту затею с фидерами. Че там чайник не смотрел? Чайник горит там, нет? В принципе, поводки перевязать тут минутное дело, блин. Ты будешь рыбачить, Лёх? Конечно буду. Ну я сейчас, сейчас, подожди, я разберусь, там, ботинки, блядь. Впервые нахуй, надо, блядь, порядок сейчас поведу. Бля, мне тоже надо вытащить. Эти хотя бы, как его. Костюм хоть свой. Может, придется его одевать, потому что что-то... Так уезжать, ну ты правильно сказал, уезжать будем, будет хорошая погода, блядь. Посмотри, там закипел чайник, нет?
Говорит, дай лодку покатать девушка. Говорит, всем лодка нужна. Ну, так он, то есть не видел это все. Я не помню. Ну вот и такой фильм интересный. Всем надо. Понятно как, но ушел. Блин, у меня червя нету, все. Палыч, вспоминай, куда червя дел. Топарик и все, и пойду на хищника, все, надоело мне тут мутить. А? Там газа, потому что нет, Лех. Ну, ты вспомни, вы не помните, в прошлую рыбалку мы готовили на ней все время. Чего вы это самое? Надо было взять несколько баллонов и все. Еще не. Я не рассчитывал, что будет холодно, так что у нас. Я думал, по баллону на печку и все, а тут, блин, получилось в день по два баллона. Нормуль. А? Что, получается? Ну, я вчера цеплял. Он уже почти закипел, я так понимаю, да? А? Нет? Нет?